Продолжаем выпуск. В наш регион завезли препараты для дезинфекционных работ против гнуса. Когда начнется обработка, сколько этапов запланировано, об этом подробнее в материале. Дезинсекция гнуса будет осуществляться российским препаратом бактицид, который на данный момент завезли в размере 20 тысяч килограмм. Всего запланировано завезти в область 70 тысяч килограмм препарата. По итогам проведенных конкурсов у нас определена подрядная организация. Это предприятие РТО «Казахсельмаш». Сегодня уже для проведения дезинсекционных работ первая партия бактериологического препарата прибыла. Сегодня мы наглядно покажем, расскажем по данным препаратам. Обработки будут проводиться в трех этапах. Первый этап – это будет авиаобработки. Второй этап – это будет речная обработка, то есть с баржами будет. И третий этап – это будет барьерная обработка. Спикер отмечает, что предполагается начать работу уже с 3 мая. Наша компания готова к работе. У нас собраны люди, специалисты, наше оборудование полностью готово. Единственное, мы теперь ждем разрешения от научной группы, когда дадут нам научные рекомендации. Представители проекта по борьбе с гнусом уверяют, что обработка данным препаратом абсолютно безвредна для людей, так как имеет биологический состав 4 класса. Также в область будет завезен и химический препарат для дезинсекции территории от гнуса. Кристина Каспирович, Юрий Белевский, Ертыс Ахпарат.